Сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая. И я. В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы. Здравствуйте, дорогие друзья! Передача «Отличная семья» в прямом эфире. И, как всегда, мы стараемся сделать тему сиротства понятной, доступной, открытой для того, чтобы совместно решать эту проблему. И мне очень приятно, что сегодня мы можем вам рассказать, если вы еще не знаете, о замечательном фонде, который работает в нескольких направлениях, имеет замечательные программы, и вполне возможно, что это как раз то, о чем вы думаете и что вы ищете. Вполне возможно, это будет вам интересно. Итак, сегодня мы рассказываем о фонде «Хранители детства». Поэтому мне очень приятно, что сегодня у нас такая палитра за столом. Мы как рыцари круглого стола. Вы можете, кстати, нас видеть, друзья. Да? Помните, что вы нас видите, слышите. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Чуть позже я скажу нашу коммуникацию. Сначала давайте представим весь наш рыцарский состав. Значит, во-первых, Александра Андреевских. Александра, она руководитель программы наставников. Александра... Добрый день. Добрый день. Так, это Федор Беляков, которого я, к сожалению, не вижу из-за компьютера, но мы с ним пообщались до эфира. Федор, здравствуй. Здравствуйте. И всем нашим слушателям. Это Роман Романов. Роман, также тебя приветствую. Добрый день. Да, и, друзья, у нас еще будет один гость, мы его представим немного попозже. А сейчас, как я обещала, скажу нашу коммуникацию. У нас есть несколько возможностей с нами связаться, поэтому выберите все, что удобно для вас, и, пожалуйста, звоните нам. Во-первых, это мобильное приложение WhatsApp и Viber, телефон плюс 7 977 850 0996. Через какое-то время я буду его повторять. Также у нас есть телефон прямого эфира, и вы его услышите в джингле через несколько секунд. И, конечно, вы же можете нам писать.
пожалуйста, пишите, с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. Еще раз скажу, сегодня мы представляем благотворительный фонд, который имеет различные программы, так или иначе помогающие детям-сиротам к адаптации, к социализации. Поэтому вполне возможно, что это как раз тот отклик и тот запрос, который у вас есть. Потому что я знаю, что многие люди хотелось бы им включиться в разрешение этой ситуации, но они не знают, с чего начать, не знают, как к этому подойти. Вот сегодня будем знакомиться с интересными людьми и с замечательным фондом. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся, начнем наше общение, а сейчас давайте послушаем еще раз наши координаты. Не переключайтесь. Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Итак, мы в прямом эфире, друзья, и сегодня мы представляем фонд «Хранители детства», и я думаю, что сейчас как раз Александра нам расскажет, сделает такую визитную карточку, обзорную, интересную, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Итак, «Хранители детства». Во-первых, само название уже вкусное такое, и вот похоже на какое-то название мультсериала или еще что-то. Ну, в то же время мы стараемся заниматься очень серьезной работой. Специалисты фонда «Хранители детства» более чем 15 лет уже занимаются проблемой и программами социализации детей-сирот, которые находятся в интернатных учреждениях, либо дети в трудных жизненных ситуациях. На сегодняшний момент фонд работает в 4 регионах. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. И вот недавно мы запустили программу в Ростове-на-Дону вместе с нашими партнерами. И, собственно, основные три программы есть в фонде. Это индивидуальное наставничество. Программа предполагает поиск, обучение и поддержку взрослых, которые решили стать доверенным другом ребенка-сироты. В этом случае, конечно, очень важно, чтобы такой наставник появился у ребенка в тот момент, пока он находится еще в интернатном учреждении, и продолжил с ним общаться, сотрудничать и взаимодействовать, дружить хотя бы год после того, как ребенок покидает детский дом. Потому что именно в этот момент ребенок находится в очень уязвимой ситуации, он сталкивается с совсем другим миром, нежели он чувствовал и находился вот в детском доме. В детском доме очень много людей помогающих. Есть педагоги, специалисты, социальные работники и психологи. Они всегда рядом, они всегда направят, они всегда помогут и, собственно, подскажут. И это большой плюс. А в то же время такое наличие помогающих людей, оно несколько имеет обратную сторону. Например, такую, что у детей, которые живут вот в интернатных учреждениях, у них есть трудности и с навыками планирования, принятия решений, ну, потому что взрослые очень хорошо простраивают их жизнь, и, по сути, им не надо принимать много каких-то решений. Так вот, индивидуальное наставничество – это такая форма взаимоотношений между ребенком-сиротой и специально обученным взрослым. Вторая большая наша программа, которая реализуется из Санкт-Петербурга, в Нижнем Новгороде и в Москве, это программа корпоративного наставничества, когда мы делаем все возможное для того, чтобы поддержать профессиональное становление ребенка, начиная от выбора специальности, заканчивая вот созданием атмосферы, когда он может получить первый успешный рабочий опыт. И вот, собственно, в этом году мы начинаем, по сути, второй раз начинаем программу по гостевым семьям, программа, которая предполагает чуть более такое расширенное представление, и, в принципе, это не просто друг, да, ребенок у ребенка-сироты, но семья, это может быть один человек, это может быть пара семейная, которые готовы два раза в месяц проводить с ребенком больше времени. Они готовы... Приглашают его к себе домой. Если говорить о целевых группах, то это подростки, которые живут в интернатных учреждениях, государственные
семейного типа, либо вот дом семейного воспитания, откуда Роман и Фёдор, и это, конечно, ну, намного более теплая и исключительная обстановка, нежели которая может быть создана в государственном детском доме. И вот, собственно, целевые группы подростки от 14 до 18 лет, выпускники дальше до 23 лет. Это дети, которые находятся под родственной опекой. Такие программы у нас развиваются в Санкт-Петербурге, потому что зачастую, если с родителями что-то случается, бывает ситуация, когда бабушки могут взять опеку над ребенком, но вот в подростковом возрасте начинают возникать проблемы, с которыми пожилые люди, именно вот в статусе бабушки, уже просто физически и психологически не справляются. И дабы предотвратить передачу ребенка в интернатное учреждение, здесь бывает очень здорово, когда появляется такой взрослый, более человек ближе по возрасту к ребенку, который может найти нужные слова и сказать примерно, наверное, то же самое, что говорит бабушка, но тем не менее будет услышан. И еще в Санкт-Петербурге у нас есть такая особая категория. Это дети, старшие дети в семьях, где младший ребенок инвалид. Ситуация складывается в этих семьях таким образом, что, как правило, большая часть внимания родителей, но в первую очередь матери, она полностью направлена на младшего ребенка, и на старшего уже не хватает ни сил, ни времени, ни возможности. И вот здесь это тоже очень хороший такой вариант помощи, когда, опять же, специально обученный человек, который понимает, чем, собственно, он может помочь ребенку в этот момент, он рядом и вот может явиться такой связующим звеном между матерью и ребенком. Есть в Москве и Санкт-Петербурге еще четвертая такая отдельная целевая аудитория у нас. Это девочки, сироты, которые стали мамами в подростковом возрасте, несовершеннолетние, беременные и молодые мамы. В Москве программа реализуется на базе кризисного центра при доме ребенка номер 22 уже успешно в течение 5 лет, и, по сути, она была начата специалистами фонда «Хранители детства», а на сегодняшний момент она уже полностью включена в программу работы кризисного центра и уже дает очень устойчивые результаты. Ну вот здесь мы вам представили, да, такой веер из программ. Вы видите, что каждый из них имеет свою целевую аудиторию, имеет свое пространство проблемное, которое необходимо исцелять. И вот сейчас мы как раз вот будем разговаривать и с Романом, и с Федором, потому что они у нас являются участниками как раз проекта корпоративного наставничества. Вот мы с ними немножко пообщались до эфира, но вот сейчас, я думаю, тоже они немножко поделятся и расскажут. Значит, к вам, как вы сами сказали, пришли, рассказали о том, что вот есть вот такой проект, и вы вдохновились. Вот скажите как раз, что вас зацепило? Что вы решили, что да, вот нам это нужно, мы хотим в этом участвовать? Ну, вот меня в основном зацепило то, что это связь с профессией в основном будет. Вот. А сразу скажи, вот на кого ты учишься? Кто-то у нас будущий? Ну, я учусь на архитектора в основном в колледже. Вот. И, ну, планирую впоследствии стать архитектором. Вот. И именно вот в наставничестве, в корпоративном, меня как бы вот это и заинтересовало. Вот. Ну, скажи, пожалуйста, вот как вообще был процесс? Вот все это проходило для наших слушателей, это же очень интересно. То есть вот вы называли, что у вас есть вот какая-то замечательная женщина или девушка, или Алена, которая вот с вами вела эту коммуникацию. Вот что она вам рассказывала, объясняла, с кем знакомила? Ну вот она в основном познакомила, вот, ну, как и Александра в том числе, познакомили с компанией IKEA. Вот. Так. Именно вот с отделом дизайна интерьера вот этой компании. Вот. И вот как легко было войти вот в коллектив? В коллектив, ну, во-первых, было сложновато войти, потому что достаточно коллектив относительно был у меня взрослые все, да? Сколько вот там вот, какие были? За 30, под 40? Ну, за 40. За 20. За 20, да? Вот.
Ой, 30-40 сейчас выдохнули просто, да? Что они вообще... Ну, не, такие тоже были. Понятно. В общем, ну, по сути, они были, ну, старше меня, и поэтому для меня это было сперва немного зажато с ними какие-то отношения выстраивать. Но я в итоге с их помощью, то есть и со своими какими-то вот... Но они тоже, в свою очередь, вот как-то делали первые шаги, там, конечно, подходили, спрашивали, да, они, как тебя зовут, что, чего. Даже более большие шаги, чем я. Вот. Но и таким образом, ну, получилось соединиться, в общем, в общении. Вот. И достаточно хорошо общался с ними, активно, и вот. Скажи, а вот, скажем так, ну, ты вошел как бы внутрь вот компании IKEA, посмотрел примерно изнанку, да, прикоснулся к этому. Скажем так, тебя больше вдохновило то, что ты увидел, или наоборот вызвало какую-то настороженность тем, что, ой, вообще куда попал, может быть, вообще не моя стихия? Нет, ну, стихия, она наполовину моя, вот. В общем, ну, как дизайн. Меня, в принципе, все очень обрадовало в компании IKEA, потому что мне она изначально понравилась как, ну, торговая компания, а как внутри, как она выглядит, то это меня еще больше она обрадовала. То есть она как бы и внутри, и снаружи выглядит, ну, хорошо, чистенько. Так, ага. Вот. Ром, а ты дизайнером-то будешь в какой отрасли? То есть ты будешь заниматься домами, это внутренний дизайн, это ландшафт, что... Ну, в основном зданиями, да. Здание, да? Да, проектировка. Так, хорошо. Фёдор, включись, пожалуйста, в разговор. Да. Я здесь тебе сигнализирую через компьютер. Расскажи, у тебя как было. Вот ты, в свою очередь, когда пришел, во-первых, обозначь свою область, потому что здесь у нас архитектор, дальше у нас кто? Ну, меня зовут Фёдор, я хотел свою жизнь связать с такой специальностью, как звукорежиссер. Вот. Я получаю среднее образование в колледже, в театрально-художественно-техническом. И моя профессия связана со многим большим количеством разных отраслей профессии этой. И можно податься в телевидение, в радио, можно пойти на прокат, можно стать звукорежиссером в студии, можно пойти на радио. Вот, и... Мне было интересно все это попробовать, и у меня появилась такая возможность. Мне предложили пройти стажировку в студии «Вести» на ВГТРК, телеканале «Россия-1». Вот, поначалу я ходил, и, ну, первые дни я прям не мог надивиться таким. Надивиться, да? Вот, мир такой, да, закулисье. Да, мне всегда это очень стало интересно. Я... И первое время я ходил просто с открытым ртом, как говорится. А прошло 5 дней, мне немножко это... Ну, то есть я получил все, что хотел узнать, и мне немножко стало скучновато туда приезжать. Да, началась рутина. Да, вот. Но со мной как бы поговорили, объяснили, что это все-таки... Ну, то есть, что ты должен понимать, что это еще в будущем также и профессия будет, что не всегда будет нужно делать то, что хочешь делать, и... Да, это правда. И я немножко понял, что можно и какие-то плюсы от этого найти, и попросил также съездить в, как бы это сказать... На съемки. То есть я был именно в студии, смотрел за работой звукорежиссера, который выводит уже прям напрямую в эфир. А после разговора мне предложили еще и поездить с группой, которая снимает весь этот какой-нибудь репортаж. Вот. И это, так сказать, это и... Ну, это был интересный тоже такой опыт, но это, да, была вторая часть моей стажировки. То есть... А вот скажите прям вот буквально по пару слов, у вас почему, вот, например, Романа занесло в архитектуру, тебя, Фёдор, именно в радиорежиссуру? Что вас как-то смотивировало, вдохновило? Что-то прочитали, увидели? Когда начали об этом мечтать? Ну, в общем, меня в архитектуру занесло таким очень, ну, странным методом.
В общем, меня там был такой творческий кризис, можно если так сказать. Вот. Я там художку бросил, потом, правда, вернулся в нее. Вот. И когда этот кризис начал подходить к концу, прошло целый год, пока он подошел к концу. Всего на самом деле. Вот, да, ну, кстати, всего, да. Да. Вот, молодец, и все преодолел. И под этот конец я как бы начал думать, а в будущем кем я буду. И я понял, что, разумеется, с какими-то там сильно научными всякими вещами я свою жизнь связывать ну, просто не смогу. Ну да, не твое это. Да, да. Вот. Но творчество и меня очень-очень привлекает. Не, конечно, и научная часть меня тоже привлекает, но полностью там находиться не смогу. Вот. И поэтому в творчество я себе и как бы решил окунуть. И посмотрел, вот, какая именно профессия бы мне подошла относительно вот этого творчества. И решил, что архитектура – это самое оптимальное. Понятно. Да, вот. А, кстати, вот ты, как человек, который тем более к этому близок, ты ходишь на какие-то выставки, тебе нравятся какие-то, можешь назвать какие-то имена, которые тебя вот как-то привлекают, вдохновляют? Ну, ты же должен быть так в тренде, нет, как это, сейчас говорят. Это понятно. Я стараюсь этим следить, но как бы в современной архитектуре меня немногое привлекает. То есть ты человек романтичный, и да, тебя интересует больше прошлое. Да. А какой стиль тебе больше нравится? Ампир, барокко, классицизм? Ну, скорее всего, модерн. Классицизм, потому что классицизм. Слишком... Ну, я более такой устойчив в этом плане, то есть... Не такой улетающий. Вот. Так, хорошо. Так, друг за компьютером, тебя как занесло в свою область? Ну, я во втором классе школы решили меня отдать в музыкальную школу. Мне очень нравится музыка. Я вот... И иногда имел, как говорит Роман, какие-то творческие кризисы, но иногда имел какие-то творческие такие подъемы. Вот. Я закончил музыкальную школу, и, честно говоря, классическая музыка меня не очень привлекала. Меня привлекала какая-то вот, ну, что-то типа эстрады, как вот... И я смотрел по телевизору часто, и... Ага. А эстрада, вот какого времени больше тебе нравится? Зарубежная, русская? Ну, наверное, русская. Русская, да? Да. И... Как к джазу относишься? Ну, как-то немножко с... На «вы». Да. Да? Хорошо. Вот интересуюсь больше русской эстрадой и, скорее всего, современной. И мне вот просто интересно, как... То есть я в какой-то определенный момент понял, что звук, он может получаться не только из классических инструментов, а еще и, может, из какой-то аппаратуры. И мне было интересно, как это вот по проводам все это... И... Проистекает. Да. Вот. И мне посоветовали такой... Ну, увидели, что меня это интересует, и посоветовали такой колледж, в котором преподают такую специальность. Понятно, то есть импульс был сначала вот от интереса именно музыкой, и дальше уже пошло какое-то развитие, да, что захотелось об этом узнать, как это технически все делают. Да-да-да. Все понятно. Ну, давайте, может быть, прям пару слов, да, таких как бы чуть-чуть вот в контекст того, что сказали ребята, то есть это программа, которая дает возможность им посмотреть, почувствовать, прикоснуться к профессии изнутри, да? Ну, конечно, вот, собственно, стажировку на рабочем месте предваряет большая-большая работа в течение учебного года. И мы предлагаем ребятам экскурсии, мастер-классы в очень разной сфере. То есть это и ритейл, вот как, например, IKEA, это там телерадиокомпания, это может быть сервис гостиничный. И для нас очень важно, чтобы дети увидели все многообразие профессий, которые представлены в том или ином предприятии. Потому что, к сожалению, получается, что действительно, ну, дети, которые проживают в интернатном учреждении, они ограничены в свободе передвижения чуть больше, чем семейные дети. Да? Не так часто они с родителями в ту же IKEA ездят. И получается, что у ребят некое бывает узкое представление, да, что магазин – это что? Кассир, продавец, консультант. А что гостиница,
это ресепшн, и человек, который тебе подносит чемоданы, в лучшем случае. Ну и ресторан там тоже, наверное, есть. А для нас очень важно, чтобы дети вообще увидели, как богат мир каждого предприятия большого, большой организации, что, в принципе, себе место может найти человек с любой специальностью. Но самое главное, чтобы ты проявлял проактивность, и тогда ты можешь вырасти хоть в сфере гостиничного бизнеса, хоть подняться от продавца-консультанта до директора магазина, если ты в этот момент будешь продолжать развиваться, учиться, и ты можешь выстроить свою карьеру за 10 лет совершенно невероятным на первый взгляд образом. Для нас важно вот эти вещи. Да, очень, хорошая такая, позитивная, на самом деле, да, трансляция. И вот мы сейчас, я думаю, что уже на связи как раз у нас следующий гость, которого мы обещали вам еще в начале эфира, это Анастасия Гацеридзе. И вот Анастасия, она является наставником другого направления, о котором мы говорили, это личное наставничество, индивидуальное наставничество. Анастасия, добрый вечер. Как вы нас слышите? Здравствуйте, я вас прекрасно слышу. Замечательно, мы вас тоже. Спасибо вам большое, во-первых, что вы сейчас с нами в эфире, потому что, уверена, для многих людей будет очень интересно услышать ваш опыт. Вот буквально в двух словах, каким образом вы вошли в эту тему? Во-первых, было бы очень интересно, если вы прямо сейчас коротко чуть-чуть рассказали о себе. Уж извините, несмотря на то, что вы замечательная, прекрасная дама, сколько лет, и где вы работаете? Вот чтобы немножечко такая была более понятная картинка для слушателя. Мне 27 лет, я замужем, у меня нет детей. Это такая демографическая информация. Я работаю в банке последние 5 лет. До этого я училась в институте 6 лет, бакалавриат, магистратура, экономист. Так, и вот каким образом вас с этим замечательным комплексом всего вышеперечисленного сориентировалось на наставников? Вот как вы там оказались в этой программе? Ну, это компания, где я работала, устраивала мероприятия в детдомах и интернатах. Обычно где-то до 10 коллег с радостью втыкались, потому что там ты чувствуешь причастность к тому, что ты делаешь что-то хорошее для окружающих. И вот мы так, таким составом приезжали в разные организации, чтобы помогать проводить мероприятия. И вот в один из таких приездов мы рассказывали про то, как важно определиться карьерой, что нужно работать, и вообще даже удовольствие можно от этого получать. Да, вот и сегодня вот тоже мы делились уже этим. Так. Вот, и вот в тот момент, когда мы все это рассказывали, я вспомнила, как это было тяжело мне лет 16 понять, что я, кем я хочу стать, где я смогу быть полезной, нужной. Вот. И слушали я тогда учителей в то время, ну, да никогда. Вот. Слушали я родителей, ну, может быть, изредка. А вот старших знакомых, может быть, тех, которых на 2-3 года меня старше, вот это да, практически всегда. Да, ну это, наверное, классика такая, да, когда особенно подросток, конечно, он выбирает какого-то авторитетного человека со стороны. Да. Вот, и я в тот момент фактически пошла учиться на логистику, потому что хотели уйти мои старшие товарищи, потому что мне очень нравилось название. Мне это ассоциировалось с логикой. Ну, конечно, не имеет ничего общего. Ну, понятно, да. Так. Вот. И вот в моей группе, когда у нас было мероприятие, была девочка Катя. Она очень хорошо рисовала и придумывала кафе, где мы все вместе будем работать, и что мы будем там печь. Так. И в этот момент я услышала такой, знаете, второй звоночек, потому что я сама очень люблю рисовать. Очень там тоже раньше мечтала, что у меня будет свое кафе. И я поняла, что а кто мне еще может рассказать о том, что может быть по-другому, кроме вот тех направлений колледжа, которые есть обычно вот в интернате, которые им предлагают. Вот мы с ним стали общаться, и оказалось, что у нее достаточно очень широкий кругозор, ей очень много что интересно, и это выходит за, даже местно, за пределы школьной программы. Вот, и я подумала, что было бы очень здорово, если мы начнем с ней общаться, то это будет развиваться, что это будет такой потрясающий человек, который, несмотря на все то, что там произошло в жизни,
она сможет реализовать все свои интересы и все свои планы. То есть не сломится и пойдет дальше. Угу. И вот так, да. Наверное, в этот момент я для себя решила, что я хочу тут участвовать в этом. Да. Анастасия, ну вот смотрите, вот помимо того, что есть какие-то общие пересечения, интересы или, например, погружение в профессиональную среду, как это было у ребят, вот они рассказывали, здесь интересно очень такое именно межличностное общение, которое формируется, создается какие-то связи, да, какое-то понятие о дружбе, о том, что вот есть человек, который ну, не безразличен тебе, ты не безразличен ему. Это что-то уже более такое глубинное, выходящее уже просто за рамки профессионального контекста. Вот у вас это получилось с Катей? Да, я понимаю, о чем вы говорите. Uh-huh. Это было не так просто, потому что, наверное, в самом начале Катя не стремилась идти со мной на контакт. Uh-huh. Это, опять, тоже было понятно. Я, наверное, в течение нескольких месяцев приезжала участвовать в мероприятиях, чтобы можно было ее поговорить, чтобы она меня увидела, чтобы мы могли поговорить. Вот, и в один момент она выиграла СП, ну, то есть конкурс был СП, его написать. Анастасия, извините, можно вы там где-нибудь передвинетесь, потому что волна уже идет очень плохо, и мы вас практически не слышим. Вот да, это особенности сейчас мобильной связи. Да. Ага. Да, вот сейчас слышно? Вот сейчас пока да. Угу. Хорошо. Ну вот я рассказывала о том, что Катя участвовала в конкурсе эссе и выиграла его. Так. И в результате она должна была участвовать в курсах актерского мастерства. И нужно получилось так, что кто-то из родственников должен был ее туда провожать. Угу. И я вызвалась ее провожать, сопровождать. И так 3 месяца мы с ней общались, ну, 2 раза в неделю. Ага. И вот просто интересно для слушателей, да, вот интересно, вот это само общение, тем более, как вы говорите, Катя, она сначала не очень шла на контакт, то есть вот вы ее провожали после этих занятий, то есть она как-то делилась, рассказывала, что ее впечатлило, я не знаю, там, что, с чем ей трудно, например, справляться, что ей нравится, не нравится, или общение было вот в каком диапазоне? Но сначала я постоянно спрашивала о том, как это интересно, что ей больше всего понравилось. То есть все равно вы были инициатором? Да, а потом Катя стала уже интересно со мной общаться, и она уже начала рассказывать о собственной инициативе, не только то, что происходит на актерских курсах, но и про свои другие увлечения. Вот так, на самом деле, я узнала очень много про Конюхова, про одного писателя тоже, еще одного, я даже сейчас вспомнить не могу, мне так стыдно, простите. Понятно. А вот смотрите, а вот когда возникла вот уже вот эта какая-то эмпатия и какое-то понимание, принятие, вот, как я уже говорила, когда Катя, например, она вычленила вас из потока, допустим, людей, окружающих ее, и выделила, что да, вот это мой человек, вот он особенный, ему я могу чуть больше открыться, довериться, рассказывала ли она там о себе, да, о своем прошлом, о своей семье, вот когда вы вышли на этот уровень, если вышли, через какое время? Мы очень мало составимся того, что было в прошлом, потому что ну, то, что было в прошлом, оно там осталось. Вот. Да, мы несем какой-то груз того, что там будет, но мы живем дальше, и все, что будет дальше, будет очень здорово. Ага, и мы вас опять не слышим, Анастасия, к сожалению. Ага. Вот последнее предложение повторите, пожалуйста. Я говорю о том, что то, что было в прошлом, оно осталось в прошлом, а мы живем будущим, то, как будет дальше, и, конечно, понимаем то, что прошлое наложило какой-то эффект на наше настоящее, вот, но мы, так сказать, идем дальше. Вот, а как вообще вы чувствуете, что вы нужны Кате? Вот, например, ну, рядом человек, хорошо, да, вот можно провести время, пообщаться, сходить на какие-то курсы, на выставки, это хорошо. Но вот как Катя транслирует, что вы ей нужны, и что общение стоит, может быть, продолжать дальше как-то более глубоко?
Я сейчас это особенно остро чувствую, потому что Катя уехала в лагерь, и вот практически каждый день либо она мне первая пишет, либо я ей пишу первая о том, как у нас прошел день, что мы сделали, что мы увидели. Вот, она сейчас находится в Крыму, и там так тепло, здорово, она так полна. Ну да, то есть это хороший показатель, что сменив обстановку и время, она не поступила по принципу «с глаз долой, сердце вон». То есть ей важно, да, что вы чувствуете в этот момент, что с вами происходит, ей важно поделиться. То есть вот эта связь, она не прекращается, несмотря на то, что даже вот вы сейчас территориально, да, разлучены. Да, вы правы. Анастасия, вот что можно было бы сказать людям, которые нас сейчас слушают, по поводу именно наставничества, по поводу запроса, потому что это первый вопрос, который встает у взрослого человека по отношению тоже к взрослому человеку. Ну, зачем вот как бы нужен наставник? Не совсем понятно вот эта роль, функция, потому что, скажем так, те люди, которые мало знают о том, что происходит с детьми именно в, допустим, детском доме, или в каких-то других учреждениях. Ну, кажется так, вот тем более сегодня вот уже как раз мы говорили, у них есть там разные специалисты, им вот помогают, там кормят, обувают, вот дают профессию. Ну, и как бы вроде бы все хорошо, с одной стороны. Но мы-то понимаем, что здесь самого главного не хватает, это как раз именно семьи тех людей, которые могли бы стать близкими. Вот наставник как восполняет вот эту функцию? Восполняет ли он ее? Вот, кстати, вот в вашем понимании, представлении? Знаете, здесь я бы, наверное, хотела сказать, что я не стараюсь заменить Кате кого-то из близких. Здесь скорее я хочу быть для нее таким старшим товарищем, который, и она это знает, что без всякой корысти или выгоды себя, а выслушает ее, подскажет, поможет там либо словом, либо делом. И вот я сейчас, когда все рассказываю, согласись, что это в чем-то это вот хороший друг, в котором ты уверен, с которым ты вот с детства, ты знаешь его, он знает тебя, и ты знаешь, что ты к нему придешь, и он тебе подскажет. Вот подружишься, либо скажешь, что да, ты дурак, иди по-другому, либо поддержишь, скажет, ничего страшного, пойдем дальше, все будет хорошо. Ну, то есть получается, что важно, чтобы человек просто также знал, что у него есть человек, который думает о нем, которому не безразлично, что в свою очередь ты чувствуешь и что с тобой происходит, и с кем ты можешь каким-то образом именно коммуницировать, как-то этому человеку учиться доверять. Правильно? Да, абсолютно. Анастасия, спасибо вам огромное. Спасибо. Во-первых, спасибо за то, что вы в этом замечательном проекте. Вот, спасибо вам за Катю. Спасибо то, что вы даете, видите что-то друг другу, потому что, мне кажется, общение, оно всегда может продолжаться тогда, когда идет взаимный обмен, когда вы что-то получаете, вы что-то даете. И вот идет такой хороший, нормальный, такой здоровый процесс. Вот, мы вам желаем, чтобы эта дружба, она крепчала. Вот, становилась глубже, может быть, открывалась какими-то интересными гранями, чтобы она продолжалась, самое главное. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Я там Александру слышала, и тоже большой привет. Да. Спасибо, Настя. Хорошо. Все, спасибо большое, спасибо вам еще раз. Вот с нами на связи была Александра Анастасия Гацеридзе, и вот она рассказала о своем опыте. Друзья, надеюсь, что это будет для вас как-то вдохновительно, потому что наше большое желание, чтобы вы, послушав этот эфир, в свою очередь задались вопросом, а может быть, я тоже могу быть наставником, может быть, у меня есть что-то, что я могу передать другому человеку, это же важно, это наше наследие, в конце концов, та жизнь, которую мы с вами проживаем, тот опыт, который мы приобретаем, он же не только для нас, чтобы не только в себя обогатеть, мы можем это транслировать, если кому-то это нужно, а мы понимаем, что это нужно, оказывается, и нужно многим. Давайте буквально прямо на несколько секунд мы уйдем на паузу, еще раз вы прослушайте наши координаты, и мы с вами продолжаем эфир, говорим сегодня о наставничестве. Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как я обещала, мы вышли сейчас, видите, опять в прямой эфир. Говорим мы сегодня о наставничестве, о замечательном фонде «Хранители детства». И здесь мы уже, видите, познакомились с разными направлениями проекта. Больше акцент мы сделали на корпоративном наставничестве, на личном наставничестве. И самое главное, мы хотим вас вдохновить, что есть дети, есть люди, которые нуждаются в вас, вот в вашем опыте, в вашей поддержке, и вы можете это сделать. Вот мы как раз давайте сейчас именно немножко так нарисуем, набросаем портрет потенциального наставника, чтобы вам было понятно и более удобно сориентироваться, потому что вы слушаете нас и говорите, а может быть, я не подхожу, может быть, это какой-то особенный, там, супер какой-то человек, наделенный невероятно талантами, какой-то чрезмерной харизмой или еще чем-то. А я, ну, вроде бы обыкновенный человек, что я дать-то могу? Вот давайте сейчас как раз вот нам Александра расскажет о том, кто же такие наставники. Да, в действительности наставники – это те самые обычные, нормальные люди, которые хотят стать другом ребенка-сироты. И они очень разные. Есть просто формальные признаки, что нежелательно выступать в этой роли, если тебе меньше 21-22 лет. Ну, это, собственно, и понятно, потому что слишком небольшая разница в возрасте, она скорее может изменить взаимодействие, и оно не будет другого плана, как обычный друг-подросток, вместо того, чтобы все-таки привнести сюда вот эту функцию такого более, может быть, психологически близкого какого-то доверенного человека. И есть, конечно, жесткие ограничения, которые касаются того, что наставником не может быть человек, который совершал преступление, который там состоит на учете в нарко- и психодиспансере, который когда-то в прошлом отказывался от своего ребенка и так далее. Есть вот такие границы, безусловно. И я хотела вот вернуться к примеру Анастасии, что Анастасия действительно изначально в качестве волонтера нашего крупного партнера Ситибанка впервые познакомилась с Екатериной на мероприятии. И, естественно, мы часто устраиваем такие мероприятия, функция которых, на самом деле, с одной стороны, какая-то содержательная. Ну, как вы поняли, там была некая такая деловая игра, когда дети пытались понять, что профессии им больше нравится. А с другой стороны, у всех таких мероприятий есть другая функция, не менее важная. В этот момент дети и взрослые имеют возможность познакомиться, посмотреть друг другу в глаза, а потом после каждого мероприятия у нас есть возможность переговорить с людьми и получить обратную связь, как от взрослых, так и от детей. А кто тебе понравился? А с кем бы ты хотел продолжить общение? А кто тебе интересен? Мы можем дать какие-то рекомендации, присмотрись там к этому человеку, потому что он, ну, например, близок к профессии твоей будущей. Либо, например, у него такое же увлечение, как у тебя. Ты играешь на гитаре, он играет на гитаре. Да, да. А дальше, естественно, что есть момент обучения, и Анастасия прошла курс наставника. На сегодняшний момент он всего лишь один день, а дальше такое обучение и профессиональная поддержка оказывается на клубах наставника, которые проходят там, 1-2 раза в месяц. И где взрослые люди собираются и имеют возможность, с одной стороны, ну, какие-то новые знания о том, как лучше построить взаимодействие, а с другой стороны, они могут рассказать о тех трудностях, которые возникают в процессе общения да, с ребенком. Вот мне кажется, это очень важно. Да. То есть, вот смотрите, потому что для некоторых может быть представление, что вот, значит, человеку дадут замечательного, чудесного тоже другого человека, и вот он один на один должен с ним как-то все это выстраивать. Это, конечно, непросто. И вот то, что есть поддержка, то, что есть возможность обратной связи, что есть возможность рассказать, поделиться о каких-то своих проблемах, которые могут возникать в коммуникации, и это очень здорово, что это есть. Ну, естественно, индивидуальное наставничество – это, по сути, очень хорошо прописанная технология. То есть, с одной стороны, понятно, что готовятся взрослые, отдельно готовятся дети, потому что вот вы задали вопрос, не является ли Настя такой заменой семьи. И это очень важно.
важно с детьми, когда мы встречаемся первый раз и рассказываем о программе, мы совершенно четко обозначаем роль этого человека, что это, конечно, не человек, который заменяет семью. И, в принципе, здесь, наверное, важно для более младших подростков понимать, что это не обязательно закончится приемом в семью. Конечно. Потому да. что ну, маленькие дети, как правило, склонны к этому. Хотя, если мы говорим уже о старших подростках, в принципе, жизнь в доме, в детском доме, их многих из них уже устраивает, потому что там понятно, по понятным всё причинам. Уже устаканилось. И, конечно же, да. во взрослом mm-hmm. возрасте, 15-16-17 лет, найти, выйти совершенно в другую среду и начать жить с чужими пока людьми, mm-hmm. это очень сложно. Вот. И поэтому, собственно, вот эта технология заключается в том, что сначала создается некое пространство общения, либо если это люди, например, мы приходим в коммерческую компанию, рассказываем о программе, такую сессию проводим, ориентационную, а желающие уже приглашаются на курс наставника. И, конечно, даже после курса наставника не все соглашаются и не все чувствуют в себе силы. Но, в принципе, для нас важно, чтобы человек остался в программе, роли могут быть разные. Угу. Может быть, человек будет готов проводить мастер-классы, экскурсии или занятия, как вот перед корпоративным Ну да, есть вариативность, да. да, есть возможность выбора. А может угу. быть, он выступит в роли такого социального адвоката и будет рассказывать о каком-то очень конкретном ребенке, угу. и среди его ближайшего окружения, среди его друзей и коллег, может быть, найдется угу. человек, который в реальности потом станет угу, наставником. Угу, угу. Наставник подписывает договор с фондом, где обязуется, собственно, быть с ребенком. И там есть небольшие правила. Правила, что это будет взаимодействие именно с конкретным угу, ребенком. Угу. Правила абсолютно соблюдать там правила, соблюдать все регламентные какие-то требования со стороны детского дома, потому что иногда, вернее, до 18 лет угу. общение первоначальное всегда внутри начинается учреждение. И Но это... выход возможен все равно за периметр. Выход возможен в случае, если будет оформлен гостевой режим. Угу. Это следующая угу. немножко ступенька, там чуть больше необходимо какой-то документации да, угу. пройти школу приемного родителя, потому что, по большому счету, конечно, пригласить несовершеннолетнего ребенка к себе домой при всех благих намерениях и предоставленных справках, угу. ну, вряд ли какой-то руководитель учреждения там, на угу. это согласится. Понятно, да? Ну, понятно, угу. что для нас... и А если не домой, вот просто там куда-то в музей, в кино, еще что-то, это тоже нужно гостевой режим оформлять? Желательно, да, желательно. Угу. По законодательству угу. необходимо оформить гостевой режим. Но, в принципе, ведь... отношения складываются не моментально. От 3 до 6 месяцев проходит, когда идет формирование этой uh-huh. пары. Люди встречаются, они общаются, но, в принципе, вот это желание вызревает, оно постепенно. И, кстати, вот вопрос от Евгении вдогонку. А что делать, если дружба не задалась? Uh-huh. Возможно ли меняться парами? Uh-huh. Здесь не совсем речь идет об обмене парами. Естественно, бывают разные ситуации. Uh-huh. Например, там, наставник может переехать. Поменять город, страну угу, и так далее. Угу. Да? Есть ситуации, когда по объективным причинам отношения в паре заканчиваются. И здесь важно, чтобы завершение отношений имело какой-то такой прощальный ритуал и с ребенком, и со взрослым чтобы было по-человечески, да. Да, чтобы угу. никто из них не чувствовал вину угу. за то, что отношения не расстаются. Состоялись, да. Да, угу. Или разрываются, потому что в жизни мы тоже встречаемся с угу. людьми, и иногда проходит какой-то момент, и мы с ними расстаемся. Конечно, всякое да. бывает. И это наш опыт. И mm-hmm. очень важно, чтобы из этого опыта извлечь какие-то позитивные для mm-hmm. себя моменты, что было хорошего, когда мы были вместе, да, и так далее. И здесь по поводу того, если отношения не задаются, весь процесс... общение ребенка и наставника, он проходит под полным контролем координатора фонда. Uh-huh. И наставник все время взаимодействует с координатором. Координатор знает, когда встречались, собственно, какие там вопросы, может быть, обсуждались, для чего это нужно. А для того, чтобы предотвратить какие-то кризисные ситуации. И так превентивно вмешаться, дабы не случился, например, конфликт. Uh-huh. А конфликты, естественно, бывают, что сначала дети ведут себя очень хорошо, они представляют свою лучшую uh-huh, сторону. Uh-huh. А когда отношения становятся более близкими, более тесными, как вообще всегда в жизни, то, в принципе, ребенок может себе позволить какие-то да. другие uh-huh. поведенческие uh-huh. там,
варианты. И тогда получается, что наставник может быть несколько удивлен или обескуражен, или находиться в недоумении. И с этим тоже надо отработать, потому что в действительности, это нормально, что ребенок, который по большому счету не доверяет большому количеству взрослых, который прошел, имеет за спиной травматичный опыт, он очень осторожно выбирает человека, которому он может довериться. Да, вот я, кстати, хочу спросить у ребят, у нас 3 минуты до завершения эфира, поэтому так вот, может быть, по паре слов. Вот вам зачем нужен близкий друг, вот если он вам нужен? Ну, друг нужен, если близкий, то в основном это поддержка вот в трудную минуту, как правило. Поддержка в трудную минуту. Так, Фёдор, а тебе? Ну, поделиться какими-то своими успехами, неудачами, тоже какой-то получить обратную связь. Вот. А что значит для вас доверять? Ну, доверять это в плане, то есть ты можешь ему открыть некоторые там свои предпочтения, те, которые не открыл бы другому там человеку, свои желания там, чего бы ты хотел достичь. В том числе, и понимать то, что он не будет пользоваться ими как в какой-то такой своих интересах. Да, вот. Друзья, спасибо вам. Давайте, может быть, мы под завершение еще скажем, каким образом можно выйти на сайт фонда. Итак, это «Хранители детства» и номер телефона, если вы заинтересуетесь, чтобы стать наставником. Если действительно наша информация вас заинтересовала, и вы хотите попробовать прикоснуться к роли наставника, пожалуйста, обращайтесь и звоните по телефону 967-044-2157. Или заходите на сайт фонда «Хранители детства» Childhood Keeper и заполните анкету. Мы обязательно с вами свяжемся и пригласим вас на ближайшие ориентационные сессии и курсы наставников. Друзья, приходите. Я думаю, что вам есть чем поделиться, что дать. И для кого-то это невероятно важно, жизненно важно. Просто подумайте об этом. Я надеюсь, что мы смогли вас как-то немножко смотивировать и вдохновить в течение нашего эфира. Координаты вы можете узнать в повторе, пожалуйста, на сайте Радио Теус, передача «Отличная семья». Можете прослушать этот эфир еще раз, что-то так для себя прорефлексировать, взять что-то на заметочку и координаты в том числе. Спасибо вам, что вы были сегодня у нас в гостях. Будем встречаться, будем дальше рассказывать именно о фонде «Хранители детства». Спасибо, дорогие, что вы были с нами. Счастливо.